А сегодня участников кинофестиваля также ждала насыщенная культурная программа. Они побывали в Улетовском районе, где посетили местную церковь, а также старейший в Забайкалье театр. Приезд гостей – большое событие для улетовцев, ведь они смогли пообщаться со своими кумирами и взять автографы любимых звезд и сделать с ними фото. Слово моей коллеге Валерии Квашниной. Мы находимся в селе Улеты. Погода, конечно, не так радует, как вчера на ковровой дорожке. Местные жители уже встретили дорогих гостей, как и полагается, хлебом и солью. Среди них были Ирина Медведева и Георгий Дронов. Кстати, они и сегодня приехали вместе, как и вчера, на открытии кинофестиваля. Сейчас мы находимся возле Михаила Архангельского храма, где гости поставили свечи, помолились, встретились с батюшкой. Я вот уже вижу, как местные жители подходят к Дому творчества, где состоится встреча с артистами. И каждый, я уверена, из улетовцев получит автограф и фотографию на память. Пришла карта, нарисованный портрет, да отпиши, милая, любишь или нет? Раз, два, люблю тебя, да отпиши, милая, любишь или нет?